Кевин, это самый серьезный соперник в твоей жизни, с невероятным грэплингом, и ты его так легко прошел, да еще и финишировал таким образом, даже не знаю, делал ли кто-то такое в октагоне до тебя. Да, Ника Прайс проделал подобное в своем бою. Слушай, люди недооценивают мой грэплинг, у меня одни из лучших тренеров в мире, потому я легко могу доставить проблем на земле кому угодно. Кто дальше, Кевин? Блин, дайте мне Чимаева через неделю. Он много болтал, что готов к любому. Погнали, Хамзат, через неделю я жду тебя в октагоне. Посмотрим, чё кунг-фу сильнее.